Наши фельдшеры лучшие. Студенты Кольского медицинского колледжа заняли весь пьедестал на региональном этапе Всероссийской олимпиады профмастерства, обучающихся лечебному делу. Три дня ребята соревновались с мурманчанами, упражняясь в теории и практике. Кто занял первое место и что ждет победителя, знает Юлия Астахова. Тесты позади, начинается практика. За участниками медицинской олимпиады пристально следит комиссия. На каждого конкурсанта свой протокол. Можно выставить полный балл, предположим, 5. Можно эти баллы снять, если какие-то есть недочеты, или можно просто полностью лишить баллов. Нашу команду готовили долго и тщательно. Ребята активно занимаются подготовкой с ноября месяца, вот, и проходили стажировку во время производственных практик непосредственно в отделении скорой медицинской помощи городов Кировско-Патиты, в реанимационных отделениях. Принять пациента, измерить пульс и давление, назначить анализы – это лишь малая часть того, что должен уметь фельдшер. Главное – поставить верный диагноз. Надключичная область, первая межжевелье. Конечно, присутствует волнение, потому что жюри сидят, смотрят, снимает камера, все фиксируется, каждое движение. Дарья Усовченко – мурманчанка, но учится в Кольском колледже. Говорит, подготовительная база здесь серьезнее, чем на родине. С ней согласен еще один участник конкурса от апатитов – Владислав Челноков. Приехал из Карелии. Стать фельдшером – осознанный выбор. Все хотят, чтобы я шел на вышку, но я вижу себя именно на скорой помощи. Ездить на вызовах, помогать людям – вот в этом. Третий в апатитской команде тоже мурманчанин. Денис Тимшин – самый опытный участник. Всегда спокоен и сосредоточен. 89:30. Денис и стал победителем олимпиады профмастерства. Он представит Мурманскую область на заключительном этапе, который состоится в конце апреля в Ульяновске. Второе и третье место также у наших ребят – Дарьи и Владислава.